Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasan.ru. Давайте я коротко по существу расскажу, стоит ли ехать отдыхать в Гоа на 23 февраля, 8 марта, какая здесь погода и что здесь вообще еще происходит. Ну, если коротко, погода классная. Если вы поедете в это время, то 100% не будет дождей, потому что в Индии, в Гоа, ярко выраженный сезон дождей. А дожди у них идут, если коротко, летом, зимой всегда светит солнце. Ну, а тем более в марте, ну, всегда, в конце февраля, начале марта, дождей 100% нет. Светит солнце, температура воздуха днем 31-32 градуса, ночью 24-25. Вот за мной море. Ну, я вам его запишу подробнее, покажу. Море спокойное, хорошее, волны небольшие. Конечно, такого штиля нет, как, например, здесь всегда штиль. Это декабрь, январь. Ну, прям самые идеальные времена годы для отдыха, но и таких ветров, там, как на Бали, на Шри-Ланке, в Египте, огромных волн здесь тоже нету. То есть, в целом, ну, приятно, нормально купаться. Дует небольшой легкий ветерок, который даже вас обдувает. Вот в целом, что здесь еще? Туристы опять. Туристы есть, турист русскоязычный, то есть, начали прилетать в Гоа. Тоже многие приезжают на праздники, есть с кем в целом пообщаться. Большого количества местных еще нет, а у них в конце марта начинаются летние каникулы, потому что у них весна, это считается летний сезон, а летом идут дожди, мунсун. Так вот, у них в конце марта начинаются летние каникулы, и они вот как раз именно в апреле, в мае, их очень много здесь на пляже, а у европейцев как раз в марте сезон заканчивается, а сейчас, ну вот я вам запишу, вот спокойно за мной, как вы видите, лежаки, то есть небольшое количество, я еще специально ушел в то место, где мало народу, небольшое количество русскоязычных, есть немного европейцев. Ну, в общем, классное, идеальное место для отдыха, для того, чтобы справить и 23 февраля, и 8 марта. Важный момент, не забывайте, что для поездки в Индию нужна виза. Многие не заранее планируют праздники, а, допустим, какие-то горящие туры появились. Или просто получилось, что можно поехать. Она делается онлайн в течение 1-3 дней. Можете сделать самостоятельно. Это 4 страницы на английском языке. Надо заполнять, конвертировать паспорт в PDF. Вот такая погода, как вы видите. Ну, я не знаю, сложно назвать это волнами. Но если вам нужен полный штиль, то это декабрь, январь. Месяца полный штиль в Гоа. А так, по мне, море очень классное и хорошее. Если вам нужна виза, обращайтесь к нам. Наш визовый центр, наше агентство занимается. И вот важный момент, почему мы любим тоже праздники. 23 февраля, 8 марта. Мы работаем без праздников и выходных. Очень часто именно к нам только можно и дозвониться. Если кому-то нужна срочная виза и нужно быстро сделать, обращайтесь, сделаем под ключ. Под этим видео будут контакты визового специалиста. Сразу скажу, не пишите ей по погоде, по обстановке. Она делает только визы. Она этого, что творится в Гоа, ну, вам не скажет. Она занимается только оформлением виз, так как у нее достаточное количество заказов. Именно поэтому, что не отвлекается на другие вопросы, делает быстро, вовремя, и в том числе и срочные визы в выходные. А вообще подписывайтесь на наш канал, то есть здесь будут самые последние новости из Индии, из Гоа. Я здесь живу постоянно зимой, из других стран, все с места событий, как вы видите. Ну, не турагент из офиса вам говорит, что погода классная и хорошая. Все только правда, честные цены с места событий. Нажимайте кнопочку подписаться, ставьте колокольчик, не забывайте, чтобы получать уведомления. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!